1 января. Я уже на Чирко Массимо. Вот уже более 2000 лет на этом месте проходят увеселительные мероприятия. В Древнем Риме это был ипподром. В соревнованиях одновременно могли принимать участие 12 колесниц. Сейчас, в наше время, здесь проходят большие массовые мероприятия. Вчера, 31 декабря, здесь был праздничный концерт. Программа была очень насыщенная. Чирко Массимо находится между двух холмов – Палатином и Авентином. Сейчас я уже на холме Авентин, в апельсиновом саду. В программе уже в 7 часов утра должен был начаться концерт пианиста. Но я почему-то сомневаюсь, что в это время были зрители. Сейчас 2 часа дня, и люди потихоньку начинают собираться. На сцене были специально разложены подушки, чтобы на них сидели зрители. Кто-то в ожидании новой части концерта, а кто-то наблюдает, как мастера работают со льдом. Их работы простоят всего несколько часов и растают под теплым римским солнцем. Смотровая площадка, откуда открывается прекрасный вид на город. Проходят последние репетиции воздушных гимнастов. А в 3 часа начнутся новые интересные и развлекательные мероприятия. Сегодня даже с погодой повезло, а накануне 2 дня было очень холодно. Тема сегодняшнего праздника – связь человека с природой. Как красиво украсили улочку! И здесь еще идут последние приготовления, а с наступлением темноты здесь зажгут свечи.
По этой узкой улочке я спустилась к Лунго-Тевери Авентино. Движение перекрыто, и пешеходы ходят по дороге. Цветные нитки на траве. Видимо, здесь что-то интересное будет. По соседству идет целое строительство. Дети с родителями прямо на траве собирают неизвестное науке существо. Ведь тема сегодняшнего праздника – природа. Получается целый большой организм. Еще один подъемный кран. Видимо, и здесь будут выступать воздушные гимнасты. А кустам истины и сегодня стоит народ, посмотрите. Возле храма Геркулеса в ряд стоят туалеты. Точно, здесь будут работать воздушные гимнасты. Я сейчас пойду в сторону острова Тиберина. Именно там начнется открытие сегодняшнего праздника. Даже не верится, что сегодня 1 января. На улице так тепло. Сейчас пройду по мосту, и я уже на острове. Вот с этого парада и начинается открытие сегодняшнего праздника. Первое января и 19 градусов тепла.
Неплохое начало года. Шествие сопровождалось пением хора Римской музыкальной академии Санта-Чечилия. Идею этого шествия я не совсем поняла, но пойдемте дальше. Возле храма, которому почти 2500 лет, в огромном цилиндре, наполненном водой, показывают трюки. Это выступление длится 20 минут, и за вечер оно будет проходить 4 раза. Обратите внимание, он плавает под водой с открытыми глазами. Ну и, конечно же, скорая рядом стояла. Я сейчас вернулась туда, где стояли цветные нитки, а тут уже вырос огромный цветной лабиринт. Дети и взрослые, бросая мотки ниток, как снежки, создают огромную паутину, через которую потом стараются пройти.
На улице сейчас плюс 20 градусов. Такое необычное развлечение, но видно, что детям очень нравится. Вот уже и время подошло зажигать свечи. Пока я ходила, здесь уже вовсю новое представление идет – паркур. Молодежь показывает свое умение легко и быстро двигаться. Посмотрите, сколько народу собралось. Еще один концерт. Постоим, послушаем.
Самое интересное же началось с наступлением темноты, но мне уже надо было возвращаться домой. Многие артисты продолжают готовиться к выступлениям, и народ ждет световое шоу. Праздник удался. Мне очень понравилось. А вдоль Чирко Массимо было поставлено много палаток, где можно было купить что-нибудь перекусить и выпить. А я на этом буду прощаться с вами. Надеюсь, я хоть чуть-чуть смогла вам передать атмосферу праздничного Рима. Если видео вам понравилось, ставьте пальчик вверх и делитесь видео с друзьями. Кто из вас планирует поездку в Рим, пишите мне на почту. Я покажу вам вечный город.